Сегодня я в 7 утра начал готовить вот это блюдо, которое вообще-то носит название бахш. И обычно его готовят с мясом, с курдюком, с печенью, много зелени. Сегодня я приготовил постный вариант этого бахша. И я уже показывал это блюдо именно в постном варианте на нашем канале. Постоянные зрители видели. И я знаю, что это блюдо получается очень вкусно. И вот сегодня я его взял и приготовил еще раз в большом казане, рассчитывая на 30-40 человек. В 10 утра приехал знакомый. Мы сложили все в термос. Еще кое-какое угощение. И отправили нашим друзьям, глубоко верующим людям, православным христианам, у которых вот сегодня, в этот день, когда мы снимаем этот небольшой разговор, праздник, религиозный праздник. Но вообще они соблюдают пост. И вот это блюдо, которое обычно традиционно готовится, разумеется, не в постном варианте, я сегодня приготовил в постном варианте. Что я сделал? Просто взял, немножко подумал. Ну, раз нет мяса, то есть нет печени, белка какого-то, да, то вот горох. Горох содержит отличный растительный белок. Ну, как-то заменяет мясной. Насчет жиров вообще проблемы нету. Мы просто добавили растительного масла побольше и не положили курдюк. Все остальное точно так же. То есть, кто знает рецепт этого бахша, может взять и приготовить постный вариант. Пару лет назад я готовил постный плов атахан. То есть это был типичный такой узбекский ферганский плов, приготовленный по абсолютным канонам, просто без мяса. Просто берете казан, берете лук, морковку, масло, рис, там, чеснок, перец, что положено положить на плов. Про мясо забыли. Просто пропустили этот фрагмент. Не кладем мясо и все. Пожарили лук. Дальше следом там морковка, дальше там вода, там все как положено. Зирвак получился. Приготовили. Ну, тот плов атахан там был завернут, такое слоеное тесто богатое. Кто интересуется, может найти. Готовил плов, который назвал монастырским пловом. Это с такими тефтелями. Но иногда и в монастырях тоже разрешена рыба, даже во время Великого Поста. Обычно бывает там, ну, пара праздников, когда разрешают. Зачем я вообще сегодня затеял этот разговор? Я сейчас поясню. Канал, который я веду, называется канал Сталика Ханкишиева «Казан Мангал». Там не написано, что это мусульманский канал. Там не написано, что это христианский канал. Или иудейский канал. Или атеистический канал. Это кулинарный канал. Я рассказываю о кулинарии для всех народов, для представителей любой религии. Понимаете, ну вот разве что индусы могут на меня обидеться, потому что по индуистской религии не положено есть говядину, а мы ее иногда едим. Но точно так же на меня там иногда обижаются мусульмане, которые видели, там, что когда-то я для моих русских подписчиков, для, ну, номинальных христиан, либо для неверующих людей, готовил шашлык из свинины. Вот они теперь, значит, там на меня обижаются. А вот ты трогал свинину руками. Но вот сейчас, покуда идет православный пост, кстати говоря, я абсолютно точно понимаю, что далеко не все православные люди его держат. Многие люди вообще атеисты, а некоторые считают себя православными, но пост не держат. И вот есть люди, их, к сожалению, довольно немало, которые занимаются тем, что требуют, буквально в смысле слова, требуют соблюдения поста по всему интернету. То есть вот приходит к человеку по фамилии Ханкишиев. Слышите фамилию мою? Ханкишиев. Но это не русская фамилия, да? Слышно же. И говорят, почему ты вот приготовил с мясом, сейчас пост. А другой подходит более тонко, говорит, ну, а из уважения к православным подписчикам не могли бы вы приготовить какие-то постные блюда? Любой человек, кто хочет, чтобы его уважали, чтобы к нему относились с уважением,
должен прежде всего открыть Библию и прочитать. Как вы хотите, чтобы относились к вам, точно так же и вы относитесь к людям. Там так написано. Если ты хочешь, чтобы тебя относились с уважением, да, относились с уважением к твоей религии, я, к слову говоря, так и отношусь. Я отношусь с большим уважением и к христианам, и к православным христианам, и к другим деноминациям христианским. Точно так же я с большим уважением отношусь к иудеям. Я уважаю очень многих людей, которые считают себя атеистами. Понимаете, я уважаю не за то, что этот человек принадлежит какой-то вере, а уважаю человеческие качества, вне зависимости от того, к какой вере этот человек принадлежит. Так вот, возвращаясь к этим требованиям, значит, ради уважения ты мог бы приготовить что-то постное. Ну, во-первых, если ради уважения, то вот этот человек должен был бы научиться сначала уважать религиозные чувства других людей. Я свои религиозные чувства не афиширую, никому не показываю, не демонстрирую. Вера, религия – это личное дело каждого человека. То есть вот не нужно лезть глубоко в душу. Каждый, кто как хочет, так и верит. Понимаете, никто не обязан ни перед кем отчитываться. Но, тем не менее, можно было бы догадаться, что я православный пост не соблюдаю. С другой стороны, в моем меню есть масса блюд, которые вообще без мяса, либо их можно приготовить без мяса. В книгах, например, моя книга «Плов. Кулинарное исследование» состоит из трех глав. И первая глава – это полностью пловы без единого куска мяса. Это полностью пловы без единого куска рыбы даже, понимаете? Это все постные пловы фактически. Ну, где-то там используется топленое масло, но взяли да заменили его растительным. И потом, вот если говорить о взаимном уважении, я бы хотел перевести разговор в несколько иную плоскость, в плоскость любви. В конце концов, надо любить свою культуру, надо любить свой народ. Кулинария – очень важная часть материальной культуры каждого народа. Я много раз это говорил, еще раз повторю. Иногда по лицу невозможно определить, кто русский, кто белорус, кто украинец, кто азербайджанец, кто грузин, кто чеченец. Трудно понять. Но как только накрывается стол, сразу понятно. Ага, вот это украинский стол. Ага, вот это русский стол. Вот это казахский стол. Растерять кухню, забыть ее основы, забыть ее корни. Ну, дурное дело не хитрое. Но искать постные блюда в узбекской кухне, либо в азербайджанской кухне, либо в кухнях других народов в корне неправильно. Гораздо важнее изучать свою кухню, вспомнить старые книги, вспомнить старые традиции. В конце концов, на основе изучения старых русских традиций, старых русских блюд, выстроить новые. Вот это путь вперед. Вот на этом пути я готов был бы помочь тем, кто всерьез этим займется. Но что бы я хотел сказать, даже вот не являясь православным христианином, я неплохо знаю Писание и знаю, что там написано. А также я знаком с мнением, ну, скажем так, представителей православной церкви. Пост, любой пост, хоть мусульманский, хоть крестьянский, это не только про кулинарию. Про кулинарию там вообще в последнюю очередь. Пост – это духовное действие. Это человек сознательно отказывается от чего-то. Для чего? Для того, чтобы обрести что-то духовное. Вот по-азербайджански даже когда кто-то берет, например, там барана режет, ну, хочет принести жертвоприношение, либо совершает какое-то другое духовное деяние, даже вот милостыню творит, ему другие люди говорят: «Аллах габул лясен». То есть примет, да пусть это примет Аллах, то, что ты делаешь. И я думаю, что если кому-то из русских православных моих друзей скажу: «Пусть Господь примет твой пост», это будут правильные слова. Твой пост должен быть угоден
Господу, ты перед Ним это совершаешь. Совершаешь для своей души. Да? И награда за этот пост, награда за любое твое действие вот на этой земле, все, что ты хорошего сделал, ждет тебя не здесь, ждет тебя там. Понимаете? Если ты верующий человек. Но тот человек, который пробежался по всему интернету, рассказал, что я мусульманин, я 5 раз в день молюсь там, ты почему ешь свинину? А другой там, значит, пробежался по всему интернету и сказал, я пост соблюдаю, ну-ка давай мне постные блюда. Там третий, значит, ты почему пост вообще мясо готовишь там? Я все думаю, Господи Боже мой, да хоть бы эти люди, ладно, пусть меня ругают, лишь бы они не пошли громить витрины мясных магазинов. Понимаете, зайдут в супермаркет, начнут витрины с колбасой громить. Но по сути дела, эти люди объявили всему миру, всему окружению, что вот я соблюдаю пост. Эти люди уже получили награду. Другие люди его похвалят, скажут, вот смотри, о, он пост соблюдает. Видишь, какой он? По-моему, те, кто ведут себя таким образом, не открывали Библию и не читали, например, притчу о фарисее и грешнике. Прочитайте. Это забавно. Ничего не изменилось за 2000 лет. Понимаете? Те же самые люди вот точно так же ведут себя. Говорят, вот я, говорит, хороший, я порядочный, я пост соблюдаю, а вот эти вот все кругом грешники. Но вы прочитайте, кстати говоря, мнение Иисуса Христа по поводу вот этого фарисея и по поводу вот этого грешника. Но я здесь вовсе не для того, чтобы пропагандировать чтение Библии там, или обращение к Корану. Это личное дело каждого из нас. Вот не нарушайте законов, я не знаю, там, божьих, светских, и все. Этого достаточно. Что касается организации постного питания, то я могу только дать совет, что большинство вот даже тех же самых узбекских блюд легко адаптируется. И должны понимать историю, что жизнь в Узбекистане не всегда была такая сладкая. Там не всегда там курдючный жир ведрами лился, не всегда там мясо клали там килограммами. Нет. Даже вот 20 лет назад я еще там жил, я подхожу к мяснику, покупаю мясо там вот большими кусками, по 3-4 килограмма, а кто-то рядом подходит, ну, бедные люди, и дают немного денег, там 50 рублей дают, вот так вот зажали в руке и дают, подают мяснику эти 50 рублей. Он молча, он знает, что вот этой семье что нужно. Кладет им там немножко там косточку, немножко мяса. Для чего? Чтобы они вот приготовят еду на всю семью, и там вот 150 или 200 грамм мяса будет. Вот считается, что с мясом поели. Но были времена еще более тяжкие, когда ели с мясом, может быть, 2-3 раза в год. Во время войны, например, сразу после войны. И мне рассказывали старые люди, что узбеки готовили вот тот же самый плов, шавлю, без мяса. Шавлю готовили часто с курагой или сушеными помидорами. И это получалось очень вкусно. Еда все равно была очень вкусной. Но если шавля или плов приготовлены без мяса и приготовлены на растительном масле, чем это не постное блюдо? Машки чири, посмотрите. Те же самые супы на зажарке, вот, например, мастава. Ну, знаете, там берется то же самое, что вот для плова, да, там мясо мелко режется, но в этот раз мясо не режем. Лук, морковка, там можно томат, добавили немного потом риса. Ну, такой вот рисовый суп, имеющий вкус и запах плова. И если кто-то скажет, что вот плов без мяса – это уже не плов, но я понимаю, что эти люди просто-напросто плохо знают кулинарию. Они не понимают, откуда берется вкус плова. Вкус плова появляется вовсе не из-за того, что там есть мясо. Мясо в минимальной степени влияет на вкус плова. Вкус плова остается и получается очень вкусный плов, даже если его приготовить без мяса. Можно приготовить манты. Можно приготовить манты с тыквой, зеленью. Можно приготовить манты с картошкой и зеленью. Вот сейчас зелень свежая пойдет, какая-то дикорастущая зелень. Понимаете? То есть приготовить можно много чего. Но больше всего мне
понравились слова одного православного священника. Когда его спрашивают, говорят: «Батюшка, а что можно кушать во время поста?» Он говорит: «Что хотите, ешьте, только друг друга не кушайте».